Всем привет, ребят, с вами снова Диана, вы смотрите шестое видео влогмас на моем канале, и до Нового года осталось 8 дней. У-ху! Итак, что я сегодня делаю? Я только недавно проснулась, собралась, привела себя в порядок, сейчас жду звонка Марины, и мы с ней и с нашим другом идем кушать. После этого, я думаю, я засяду в кафе или будем дома сидеть с Мариной. Она будет учиться, я буду редактировать видео, потому что нужно проводить канал в форму, а то что-то я перестала все выкладывать. Не было времени и сил, и, в общем-то, да. Но прошу прощения, кстати, за это, что так получается, но все будет, обещаю вам, все сегодня будет хорошо. А после этого... Марина, за ним. Все, идем кушать. Мы пришли кушать, наш друг Никита, вот он, идет. Мы сейчас пришли кушать что? Шабу-шабу? Как бы ты описала шабу-шабу? Шабу-шабу, ну, это просто бульон, и его бросают и овощи, и мясо. Я просто кушать хочу. Обычные шабу-шабу вы заказываете мясо, и приходят вам салаты. Но это получается как он называется? Ёлки-палки, я не помню, как он называется. Шведский стол, вот. И получается, тут разные-разные овощи есть. Потом вы идете дальше. Есть фрукты. Потом дальше вы идете, и тут есть типа рисовые лепешки, с чем кушают мясо. И дальше есть всякая пелебурда, в общем. Кофе даже есть, все дела. Так что вот, пришли мы кушать наконец-таки. Я очень-очень голодная. Проснулась, конечно, поздно, но ничего не ела с утра, так что... Так вот, посмотрим, что ребята тут намутили. Мы просто убийцы. Как это? Как там все можно было съесть? Просто все. А сейчас у нас десертик, мороженка. Они тоже тут набирают мороженое. Так что вот так вот. Вкусняшка. Стесняшки. Я сегодня некрасиво одет. Ой, да ладно, всегда красиво одет. Ты да ладно. И Диана снова дома, и Диана редактировала сейчас влоги. И выронила телефон, как обычно, все случается в моей жизни. Отредактировала два влога, выложила их сейчас. Очень-очень рада, потому что немножко опаздывала с расписанием. Но сейчас все хорошо, и, в общем-то, да, жду Марину, пока она придет со своих уроков. И не знаю, что мне делать. Уже пол седьмого, я без понятия, что я делала весь день. Я проснулась, мы покушали, покушали, я пришла домой, редактировала видео, открыла, посмотрела на время, уже пол седьмого. Что за бред? Так вот и приходит Диана на каникулы. Хочу с вами поговорить, на самом деле, сейчас. Давайте вас поставим куда-нибудь. Прошу прощения, что в последнее время вам не показываю много вещей. Даже, скажу больше, вообще ничего не показываю, но Марина была занята, я была занята, мы... У нас какие-то свои вещи. Думаю, наверное, завтра, послезавтра более-менее мы куда-то пойдем и что-то вам покажу. А пока этого не происходит, хочу с вами быстренько поговорить. Как вы знаете, я люблю на своем канале создавать настроение, это раз. Но больше всего я хочу, чтобы вы что-то вынесли для себя из моих видео. И хотя по влогам так это тяжело очень понять, и, в общем-то, тяжело вообще из любых... влогов, что для себя вынести, но надеюсь, что эти видео каждодневные, которые сейчас выходят, они приносят вам что-то интересное для вашей жизни, что-то новое, например, то, что я в первый день опоздала, да, что нужно раньше выезжать, то, что нужно раньше приезжать, или то, что мы подарили с Мариной друг другу подарки раньше времени, просто потому что мы очень любим дарить друг другу подарки, и это очень классно, приезжать сюда к ней и быть рядом с ней, когда... На самом деле очень тяжело найти хороших друзей, и Марина для меня тот человек, с которым я могу буквально всем поделиться, и мне не будет стыдно, знаете, поэтому да, и также наша любовь к еде, как мы любим кушать, и это не есть плохо, что мы постоянно едим, ну как, это есть плохо, но... Если это то, что, как бы, это не то, что лишь бы пожирать, а вот то, что, блин, мне нравится, как это вкусно. Да, в общем, я делюсь с вами какими-то очень, знаете, интимными, что ли, вещами из своей жизни. И я очень-очень рада, что я могу это делать, и что
У меня есть зрители, которые меня поддерживают настолько, насколько вы это делаете, что мне в маске приходит безумное количество ваших спасибо, и Диана, ты такая молодец, и то, что вы спрашиваете про Марину, и мне безумно-безумно приятно. И я надеюсь, что это будет также продолжаться до 31 декабря. Я пока не знаю, будет ли у меня время что-нибудь снять для вас, помимо влогов, потому что, ну, как видите, да, я все бегаю-бегаю, что-то делаю. Но если такое время будет, потому что все-таки я останусь в Сеуле до числа 11, наверное, января. Если у меня такое время будет, то я обязательно вам что-нибудь сниму. Какое-нибудь, может, новогоднее видео, может, поздравление, может быть, что-то, что я вынесла на себя за 2015 год. Он был очень тяжелый, сами знаете. Хотела вам вот это сказать. И не знаю даже, что вас спросить, но напишите мне в комментарии, пожалуйста, если вам нравятся эти видео, если вы хотите, чтобы я чего-то больше вам показывала в своих влогах, или чего-то больше вам рассказывала. Если у вас, в общем, есть какие-то пожелания, пожалуйста, напишите мне в комментарии, я буду очень-очень рада. А пока я жду Марину и зависаю с Ютубом. Пришла домой и принесла подарочки. И цветочки. Они красивые. Вы еще, кстати, на самом деле мне нравятся корейские букетики, они такие, да, аккуратные. Милые. Вообще милые. Мне... Кому-то нравятся эти большие длинные розы, я не знаю. Да, и такие вот букеты с такими розовыми страшными рюшками. Фу, ой, да. Нет, вот так отсюда. А, кстати, а кто вам дарил? Сунсаним? Да. Учитель? Угу. Очень подарочек, подарочек посмотрю. Давай. Мне, а мне не интересно. Это, Марин, ты ходила на урок истории, да? Да. Календарик еще есть, нифига прикольно. Говорят, это какой-то Юминан, знаменитый корейский художник. Художник, да. Юминан. Я ногти накрасила. Ну, что Диана сегодня сделала? Не накрасила, а ногти. Это ногти, которые ты сразу. Угу. Вот она. Ты что, это еще рис на этом? На упаковочке. Что корейская упаковочка. Давай подумаем, что здесь есть. Я думаю, там. Там чашечка. Я думаю, там. И... Опа. Я думаю, там какой-нибудь... Или шкатулочка какая-нибудь. Я думаю, там письменная принадлежность. Подожди, ладно. Туалетная бумага. Че, серьезно? Кружка. Кружка. Вообще. А что там нарисовано? Насекомых похоже. Это похоже... Это всадники корейские. Тут лучники всякие на конях. Да, тебе только кружки не хватало. Когда я поеду обратно в Россию и заберу все свои вещи, я думаю, я выкину половину того, что у меня здесь есть. На кружечку я оставлю. Я даже не представляю, как буду ехать обратно. Ну это да, Марин. Вроде мало вещей, а вроде пипец как много. Это только учебники, вот эти вот учебники. В прошлый раз они весили 5 килограмм, у меня из них был перевес. И мне пришлось в руках тащить. Как бы я сильно не любила EXO, эта песня очень ничего такая. Окей, ребят, так как мы с Мариной не знаем, что нам делать и куда нам пойти, и мы никуда не хотим идти, мы сейчас будем вас развлекать видео-челлендж, так скажем. Она называется «Чихни с открытыми глазами». Я знаю, это звучит очень-очень тупо. И на самом деле это выглядит... А делать это еще тупее. Выглядит это тоже очень-очень тупо. Но один из моих самых любимых видеоблогеров, его зовут David Soul Comedy. Я кину его ссылку внизу. Он делал это видео, и я просто очень смеялась очень-очень-очень долго и очень-очень сильно, потому что, блин, это просто тупо и поэтому смешно. А еще моя одноклассница, которая кореянка, у нее тоже есть свой канал на YouTube, и я тоже кинула вам ее ссылку внизу, она тоже делала это видео с моим одноклассником. И я просто так смеялась, я поняла, что я должна сделать это с Мариной, и Марина согласилась, как ни странно. Так что да, сейчас мы придумаем, куда вас положить, и будем чихать. Ага! Как это делается? Вы берете... Вот видите уголок, да, ваши салфетки или ваша туалетная бумага. Боже мой, что мы творим? Окей, вы берете, вы его отрываете. И вы делаете косяк. И вы его крутите вот так вот. Крутите, пока он не станет у вас вот как, ну как, я не знаю, как на что это похоже, Марин? Иголочка. Не дай бог, кто-нибудь из знакомых кто-то увидит просто. Вот, а потом вы суете себе в ноздрю. Ребят, ну вы давно знали, что я странная, ну чего вы удивляетесь-то? И получается, вы пытаетесь найти... Точку. Вы пытаетесь найти место,
где вам будет чихать там в носу. И, когда, и, будет, и там надо просто сфокусироваться, и вы чихнете, и нужно, когда чихать, нужно открыть глаза, короче, не закрывать их. Вот. Мне уже смешно. Я же заплачу. А, насморк! Не получилось! Это был не очень чих. Сфокусируйся. Сфокусируйся на то, что ты хочешь чихнуть. А когда ты захочешь чихнуть, открой глаза широко. Да я только хотела чихнуть, ты покорил. Никита посмотрит, скажет: Диан, вот так ты на зрителей своих? Просто у меня глаза узкие, так не видно было, но я не закрыла глаза. О, это прекрасное чувство на самом деле. Это было наполовину. Я не знаю, я закрыла глаза или нет. Чем вы занимаетесь? Ребят, если вы хотите сделать такое же видео, пожалуйста, я спрошу. Скиньте мне ссылку, я посмотрю обязательно. Это очень весело. Это сближает людей. Что я делаю? Мама пишет: дочь, с тобой все хорошо, что ты делаешь? Она прям чувствует, серьезно знает, что дочь что-то не то делает. Пришли и вот, что мы делаем просто. Я обидел ее, ссылку кину. Отстань! Как будто хатику посмотрела, слезы льются. А что я заставляю делать Марину на камеру? Ну, каково это быть друзьями с видеоблогером? Весело, весело. Ну как, я бы не назвала, весело, на самом деле. Я бы не назвала себя видеоблогером, но все равно. На самом деле я тоже хочу начать. О, у меня камеры нет. Ничего страшного. Получилось. Я открыла, да? Ура! Надеюсь, мои сопли не растеклись по экрану. Мы как будто плакали. Ну что, ребят, такие вот дела. Да. Что мы сейчас пойдем делать? Сейчас вообще 7 часов, и я заканчиваю уже влог. Что я сегодня делаю? Мы просто поели. Кстати, сейчас Марина мне говорит: Диан, ты хочешь кушать? Я такая: да не особо. Она такая: я сегодня больше не буду есть. Потому что хватит, надо знать меру. Вот так вот. Так что даже вам еду показать больше не могу. Через 8 дней Новый год, почти через неделю. Боже мой, мы ничего не сделали. Я даже подарки не докупила. На такой ноте я закончу этот влог. Закончу этот влог. Потому что сейчас мы пойдем делать нелегальные вещи с Мариной. Угу. Мам, не смотри. Мам, привет. Все в порядке. Вот, если вы захотите сделать ту же фигню, что мы с Мариной творим, напишите мне куда-нибудь, ВКонтакте, наверное, и я обязательно посмотрю, посмеюсь. Может, потом даже сделаю что-нибудь с вашим видео и тоже его закину к себе. Так что да. Сори, ничего новогоднего у нас сегодня не получилось сделать. Марина учится, Диана редактирует видео. Вот такая наша жизнь. Так что да, всех вас очень сильно любим. Пока-пока. Марин, скажи пока. Пока.